have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Пойдем мы сейчас с вами в владение короля. Я что-то так и не смог вспомнить, где мне там понадобился зеленый ключ, хотя я вроде как видел две двери, но почему-то сейчас как отрубило. То ли я кругами хожу, то ли еще что. И еще я думал, что вот этот вот молот, он будет у нас как раз... для пробивания дверей, что это будет наша какая-то суперсила. Но это оказалось просто дополнительное оружие, которое мы с вами нашли. Что немножечко удивительно. И похоже, без дальнейшей суперсилы мы туда все-таки пройти не сможем. Так как у нас было с ведьмой, нам все-таки пришлось сначала получить огонь, а потом уже идти с ней сражаться, в том числе и огнем тоже. Я так полагаю, что здесь нам предлагают то же самое. Сначала пойти получить все-таки супероружие в ту дверь, а потом уже, получив, собственно, это оружие, идти сражаться с королем. Наверное, мы сейчас так и поступим. Давайте вернемся, когда будем возле двери. Кстати, я тут пока бродил, наткнулся опять на вот этот вот момент, когда можно сюда спрыгнуть и все-таки подобрать эту экспу. Я в прошлый раз пошел за молотом, не сделал этого, теперь сделал. Теперь у меня... вот, пожалуйста, 800. Можно, кстати, пойти прокачаться. Наверное, мы так и сделаем. Сейчас дойдем до каких-нибудь врат. Ой, блин, кстати, там нужно бы... Как можно сюда спуститься? Погодите. I'm sure there is the way. Ну, типа того. Нет, прикиньте, там... Может, отсюда как-то можно спрыгнуть? Я не вижу момента, как отсюда можно спрыгнуть. Здесь мы шорткат-то открыли. Туда тоже сходили. Ха, не хватает все равно длины замаха для того, чтобы отметелить этих ребят. Ну хорошо. По сути, мы сейчас можем. Сейчас пытаюсь определить, где мы и что мы можем. Можем-то мы, по сути, все. Ать. Нам сюда. Да, нам все... Прикиньте, полетело. Да, дверь у нас там, поэтому мы сейчас сходим во врата, прокачаемся, вылечимся и пойдем получать эту суперобилку какую-то. Мне интересно попробовать этот молот, он меня, пожалуй, привлекает. У нас осталось одно неполученное оружие, я так подозреваю, это тот меч. Добро пожаловать, не желаешь ли, желаю ли, силу, понятно, конечно... Спасибо. Следующая 1000. И вот последнее, оно будет или 1000, или 1500 по экспоненте. Или очень-очень маловероятно, но возможно еще такая подстава, что оно будет 2000 стоить. Хорошо. Чешем во врата обратно. Подземелье грибов. А это... Да. Мы уже в подземелье. Вроде да. Хорошо. Вот эти все два шортката у нас открыты. Вот это мы открыть не можем, потому что у нас пока что нет силы. Но... Он издевается. Вот вторые зеленые! Уйди от меня. Вот второй зеленый ключ, где я его видел. Все, я понял. Так, ну хорошо. Берегись, живой жнец. Берегусь. Я, блин, мучился все это время. Где же ее второе? Оно для того, чтобы получить ту вещь, этот зеленый ключ. Все, хорошо. Итак. Вы мне предлагаете пойти туда. Хорошо. О, здорово, золотой сундук. Давно не виделись. Ням! Отлично. Алчность. Файт.
Нет! Я вот этих рыцарей из их кривого хитбокса, ну его нафиг. О, прикольно, оно молнии перебивает. Видели, оно соседних чуваков молнии дамажит. Да хорош! Я вот этих ребят помню. Наверное, лучше, чем мне хотелось бы. Блин, пушка классная. Отлично. Бах! Они такие все в рассыпную. Хорошо, дальше. Кто? Кто, кто, кто? О, Архимаг, вы что, издеваетесь? Вот это меня шарахнул. Так, 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 осторожнее с хпшкой. Они взрываются. Эти штуки взрываются. Ёлки. Страшно-то жить-то как. Так, так, осторожно, осторожно играем. Два хитбокса осталось. Ёп, РСТ. Есть, Архимага сняли. А, все? Фух. Ну, этот раз было не настолько сложно, как первый сундук. Не знаю, первый сундук мне казался более жестким. Тут я, по-моему, даже ни разу не сдох. Да, да. Силу дай мне. Прими этот дар, друг ворона, и пусть он поможет тебе преодолеть испытание. Спасибище тебе. Я вот что думаю, ребят, с появлением силы у нас появляется куча бэктрекинга, который нам надо делать. Давайте так. Получено заклинание взрыва. Супер. Нажмите 3, чтобы выбрать взрыв. Трешечка. Есть. Давайте так. Мы вот сейчас эту серию походим, пооткрываем, а потом я за кадром побегаю. Вот. Блин, оно и меня убивает. Это мне нужно каждый раз успевать откатываться? Серьезно? То есть этот взрыв, он... Да, я понял, лифт заработал. Надо с ним аккуратней. Просто интересно, что у нас тут... Вот, видите, а тут экспа. А там книжечка, которую можно почитать. Экспа никогда не вредит, и книжки тоже. Похоже на старый ежедневник жнеца. Обнаружена тревожная сейсмическая активность в регионе поблизости врат смерти. Нам приказали запечатать все двери, а также закрыть все незавершенные поручения в этой местности. В этом регионе находится много жнецов, но приказы исходят от высшего руководства, и не собираюсь их оспаривать. И все же меня очень волнует, что случилось с воронами, которые остались там. Ну да, мы это уже читали, эти вороны крякнули. Видите, взрыв меня же еще и бьет. Ну, блин. Я как-то он сделал с перекатом, что меня не ударил, но... Ну, так же не фан вообще. Хорошо, я могу там дальше как-то пройти, кроме этого сундука? Нет, не могу. Получается, нам нужно вернуться. Это неприятно, то что... Минуточку. А, я стреляю... Ай, блин, вот это сейчас было тупо. Я стреляю взрывом. Я что-то думал, что я подхожу и устанавливаю бомбу. А я... Все, я теперь понял, как это работает. Это было крайне глупо с моей стороны. Так, что тут за место? А, серьезно? Это выход. Давайте я вот эту штуку тоже, кстати.
лопну. Да, еще 100 XP, отлично. А это что? Вы нашли подслушивающее устройство, серьезно? Кто-то, похоже, шпионит за комиссией. Да? Похоже на старое жнеца, выше руководство впало в ярость из-за недавней сейсмической активности. Нам приказали удалить подчистую любые упоминания об этом событии и закрыть все текущие поручения в регионе. Моя совесть не позволяет мне бросить всех жнецов на произвол судьбы, отрезанных от комиссии дома. Я попробую попасть в то место и выяснить, можно ли чем-то помочь им. Если у меня получится вернуться целым и невредимым, распишу все, что удалось обнаружить. В этом ежедневнике больше нет записей. Дружище, надеюсь, ты вернулся. Так, а что у нас за подслушивающее устройство? Это приспособление выглядит так, будто его поместили здесь, чтобы следить за жнецами в зале врат. Кто бы его ни установил, он явно прослушал разговоры внутри комиссии и мог выведать информацию о душах, которые получили жнецы или поручены жнецам. Так, в последнее время мы бьемся за крошки. Сейчас у нас мало работы, только горстка жнецов осталась на службе. Поговорю, что есть вороны, которые живут свободно, не подчиняются комиссии. Ты на меня намекаешь? Так, ну это... Извините. Это место, через которое я приехал на работу. Так, значит, мне теперь нужно к... Ты кто? Матрос на мели? Нет. И туда тоже? Я же говорю, что сейчас мы пойдем, наверное, в сторону жабы. И с жабой-то мы повоюем, но... потом... Это, кстати, куда? А, это есть к матросу, да? Все, все. Торможу. Потом я, наверное, займусь неким бэктрекингом после победы над жабой. Я не знаю, когда это сейчас получится, в следующей серии. И, наверное, побегаю... Змеи грибов. Побегаю и попробую пособирать все, что мы не смогли пособирать. Если будет что-то интересное, включу это в запись. Если это будет просто экспа и семечки, то тогда, пожалуй, нет. И прикиньте, я не вылечился. Потому что я пришел оттуда уже покалеченный. А теперь я вылечился нормально. Прикиньте, там дверь висит такая в воздухе. Прикольно. Так, высвобождаем вот этого дружищу. Молот мне очень понравился. Он работает между... В общем, замыкает цели. Птичка, спасти слуга. Слуга всегда благодарить. Птичка. Да, пожалуйста, чувак. А еще поговорить можно? Понятно. Косноречие. Минуточку. А взрыв у меня 2 забирает? Воу-воу-воу. Полегче, погодите. Знаешь, куда можешь сходить со своими заклинаниями? Так, мне теперь надо найти дорогу туда. А туда это где? Может быть, отсюда? Я же на самом деле не помню. Давайте я поищу, потом вернемся. Вот, по-моему, вот это место. Ну-ка. Там у нас было несколько проходов. Да, это вот... На самом деле это место. И у нас есть зеленый ключ, как раз который мы можем подобрать. Мы можем теперь вот эту вещь взять. Все, супер. Вы нашли искаженный рог. Ого, интересно, к какому созданию он принадлежал. Давайте почитаем. Большой рог, испещенный следами болезни, наверняка его носил величественный зверь. Похоже, владелец лишился его во время сражения, прежде чем его поглотила бездна внизу. Выглядит странно знакомо. Поглотила бездна внизу. Странно знакомо. Ха. Так, это у нас шорткат. Получается, нам сейчас... Здравствуйте. Идите лесом, друзья, товарищи! Прикиньте, мне не хватает скорости теперь по ним 3 раза махнуть. Иди нафиг.
Зато по этим надо два раза урона чуть больше. Так, сюда у нас владение этого... Где нас там еще можно было разбить? Погодите, было еще какое-то местечко, которое можно было... О, это я заберу. Спасибо. Было еще какое-то местечко, которое можно было взорвать. Сейчас, буквально еще секунду гляну, и мы уже будем направляться в сторону жабателя, этого хватателя. Куда я тут выхожу? На улицу. Зачем? Ладно. Тут у нас в сторону к жителям чаще, да. Да. Ну, вроде как незачем. Ладно, пойдем обратно. Душу мы тут забрали. Пойдемте отсюда. Теперь у нас есть способ попасть к этому варенику. И... Да. Да, короче, смотрите, взрыв занимает два слота магии. Поэтому нам нужно как можно скорее вернуться туда и взять красный кристальчик. Ну ладно. Ну что, лягуш, ква, барана про хвост, так просто не уступает. А знаешь, раньше я был мелкой лягушкой в огромном пруду, но теперь я вершина пищевой цепочки. Больше всего я люблю лакомиться потерянными душами. Считаешь, нет, что твоя работа выполнена, мои слуги обо всем позаботятся. На ужин сегодня будут вороний пирог и трюфели на десерт. Наш шеф-повар готовит умопомрачительные трюфели. Ну, я за... Так, на тебе, врыло. Оу, красиво. Затопленная крепость. То есть это у нас еще целая отдельная огромная локация, да? Прежде чем мы... Угу. Прежде чем мы попадем к самой жабе, это у нас как там подвал был, так тут... Семечко я приберу, наверное. Так. Интересно, какой урон наносит этот взрыв. Надо будет попробовать на ком-то из мобов как-нибудь. Так. Ха! Интересное кино. Хорошо, учтем. То есть он у нас открывает неявные, или он делает эти мосты? Интересно, я мог бы пройти по этому мосту, если бы я его не видел. Ну вот это что же не просто так. Хорошо. Хорошо, хорошо. Тут просто так вообще ничего не бывает. Все вот эти места, по ним, я думаю, можно будет... Может, как-то воду спустим, что ли? Нет. А, именно взорвать надо? В смысле, погоди. Да, это нужно именно физическим, а не магическим уроном. Все, понял. Эта штука только луком открывается. Хм. Это немножечко... Капелечку так странно, но я ничего не скажу. Хорошо. Я думал, что нам тут будут как раз давать возможности пользоваться новой обилкой, но они такие, нет, чувак, не забывай, что у тебя вообще лук есть. Эть. Спасибо. Лестница. Погодите, а там дальше-то что? Ха. Дальше еще продолжение проходов. Там подняться, тут пройти. Офигеть! Сколько здесь всего. Эти дорожки просто бесконечны. Привет. Семечко я заберу. Я думаю, ты не против. Это отсюда мне надо будет выстрелить, да? Чтобы попасть сюда, тогда откроются... Может, это он сам, кстати? Да? Ну, нет. Ну, да. Стойте, погодите. Я вернусь сейчас быстренько назад. Мне интересно, что я там такого открыл. Может, там какие-то шорткаты или секреты? Потому что это выглядит как продвижение вперед. Раз уж на то пошло. Хождение по диагонали без геймпада. Отдельная история. Ну, что-то не знаю. Не хочется играть на геймпаде. Как-то... И меня, в принципе, на клавомыши все устраивает.
почти, кроме хождения по диагонали. Так, что за местечко? И зачем я здесь? Вот сюда ж можно явно обойти. Да, конечно. Ха, как же без этого? До свидания. Тебе здесь не рады. Всплыл такой. Так, это нужно... Это нужно с размаху делать. Супер. Дып-дып-дып-дып. Ну-ка, под водой ходим. В метро практически. Вот это нычка, вот это фига себе, 200 экспы. Еще и туда можно пройти. А, нет! Ладно. То есть, ну, там же тоже проход есть. Это я сейчас пожадничал и взял, пошел за соткой экспы. А сейчас можно пойти и еще в другую сторону сходить. И там еще... Ой, блин, тут проходов просто... Туева хуча, да, как говорится? Угу, это можно взорвать. Это можно переключить. О, видите, и тут соточка. Тут везде запрятано. Вот так вот походить, порыться. И экспы просто вагон и тележка. Сюда мне тоже надо. Ну, то есть, по сути, если более-менее нормально играть, если не пропускать прям все-все секреты, то прокачаться можно. Наш персонаж уже примерно наполовину сейчас прокачан. Ну, то есть 9 скиллов у нас вкачано, 10 сейчас по пути. Так. Тут какие-то ребята. Мне нужно с ними познакомиться. Вернее, их познакомить с моим молотом. Да, из-за того, что я бью 2 раза, а не 3, выходит... Сюда пройти не могу. Выходит, что у меня окошко удара по ним гораздо меньше становится. Это становится просто... Я отлично справляюсь с убийством самого себя. Лучше, кстати, чем это... Все, я понял. Теперь идем дальше. Ну, вот смотрите, сходили, получили сколько? 300-400 экспы. Просто вот на ровном месте. Несколько шариков подобрали. И все шоколадно. Даже несмотря на то, что там по 800, по 1000 с прокачка. Ну, вполне возможно. Так, а тут что? Как-то ничего. Ладно. Ладно, уговорили. Возможно, ничего. Ну, тут не бывает, чтобы ничего. Ну-ка. Чем мы сейчас? Лесенку тут дернем? Нет, не лесенку. Что? О! Супер. Хорошо. Сейчас я просто гляну, что еще тут. Просто телепортировали ко мне лучника. Нормальные такие просто. Ну, ну, нате. Нет, погодите, погодите. А тут эти доски? Нет, их развалить нельзя. Хорошо. А что если... Я хотел этот ящик развалить. Мне было интересно, что там. Ну, то есть он так стоит заныкано, а вдруг там что-то интересненькое. А. Мне теперь, кстати, нечем выстрелить. Черт, ладно, погодите. Ребят, я не знаю, что за тупняк сегодня со мной. Ведь в эту штуку почему-то мне забилось в голову, что надо из лука. Можно же просто подойти, ударить, там даже стрелять не надо. Ай, ладно, наверное, я просто начинаю потихонечку уставать. А в уставшем состоянии решать загадки такое, поэтому будем сейчас еще пару минут, будем заканчивать серию. И потом посмотрим, как будет дальше. Так, эти ворота надо открывать. Не падай, пожалуйста. А, ну то есть они просто вот... А, я понял, наверное, арена сейчас какая-то будет, да? Угу.
Просто двух лучников мне дали, теперь вон они купаются, плавают. А зачем мне сюда? Явно же зачем-то, да? Интересное место. Хорошо. Ой, врата! Серьезно! Фух. Я уже и не надеялся. Нарушитель, который нарушает закон, твое наглое вторжение не пройдет тебе даром. Тебе конец, наглая птица. Тебя сейчас расплющу. Щат. Настырности тебе не занимать, ворона прохвост. Как тебе мои доспехи? Слегка малы, но думаю, тебе ничего страшного. Представляешь, я подобрал их прямо здесь. Снял с трупа. Ты лишь мягкая... Ты лишь мягкотелая мошка на пути прогресса. Это естественный отбор. Выживает сильнейший. Вали отсюда, головастик. Тебе же сказали, вали. Надеюсь, я не попаду под эти упитанные булки. Нет, ты попадешь под упитанные стрелы. Врата, пожалуйста. Ну что ж, ребят, тогда на этих вратах мы и будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодчик. Всем покеда.